Добрый день, я Антоненко Галина, директор по развитию компании Interflatinum Group. Более 4 лет назад, при переходе на электронную отчетность, мы остановили свой выбор на программном обеспечении MEDOC и используем его в своей работе по сегодняшнее время. Наша компания успешно применяет в своей работе возможность электронного обмена первичными бухгалтерскими документами. Одним из преимуществ данного программного обеспечения является понятный и удобный функционал. Например, возможность обмениваться с контрагентами документами в электронном виде. Как все знают, налоговый кодекс, кроме отрицательных моментов, принес в нашу жизнь положительные. Мы теперь можем отказаться от бумажных документов на законном основании. С нашими контрагентами стараемся обмениваться полным пакетом электронных документов. Это счета, акты выполненных работ, налоговые накладные. К сожалению, на сегодняшний день скорейшему развитию документа оборота мешает страх бухгалтера не иметь бумажного варианта документа. Уважаемые бухгалтеры, идите в ногу со временем в своей работе. Электронный документооборот – это просто, удобно, это экономит силы, время и бумагу. Помните, любые документы через 3 года становятся архивом. Пусть этот архив будет у вас электронный.